вот так у нас. А я уверен, вот этот человек выйдет, уверен, на все 1000000%, он будет так же заниматься, так же заниматься. Он даже 40 лет отсидит. Вот даже 40-50 лет. Вот. До какого человек преступление делает? До 90 лет человек делает преступление. Так что, увы, извините. А то у нас говорят, вот там ему 70, там 80 лет он преступление не делал. Оказывается, еще как преступление делать? Еще как? Вообще. Вон, какая-то бабулька своего сына взяла и грохнула, убила. Все, а этой бабульке ничего не... Как? Этой бабульке вообще ничего не сделали. Ее оправдали, говорит, а этот вот... А того не стало человека. Вот так у нас гуманный мир. А если бы убивали, приказ бы дали убивать. Просто приказ. Вот, например, на меня налетел кто-то, или ограбил меня, или кто-то что-то плохо мне сделал. Ты, говорят, убей его. Все, вот так государство, такой закон. Убивай его. А вы знаете, какой бы порядок был бы на земле? Да он бы боялся, да, вот так, на чужой... Тебе место залезть, он бы, прежде чем зайти на чужое место, он спросит, а можно тут ходить или нельзя? Вот так он бы все спрашивал бы, понимаете? Вот это, вот когда вот скажут такой приказ убивать бандитов своими руками, вот тогда порядок на земле большой-пребольшой, и земля вздохнет, может начнем деревья сажать или все. Ну, человек, потому что земля большая, и мы начнем заниматься, как ей раны, которые все за свои годы ей нанесли, эти раны, мы будем эти раны просто залечивать ей, все на земле эти раны, возрождать эту матушку землю. А сейчас пока я просто так пока скажу, пока этого приказа не будет, вот этого приказа уничтожать бандитов, вот руками, без оружия, а только руками уничтожать, вот этого пока приказа не будет, мы идем на всей этой планете к гибели и дойдем. И идем очень быстро темпами мы идем, к своей гибели идем, вот.